нам там дорогу заасфальтировали, но они по частному сектору вот эти вот улочки все заасфальтируют, похоже, все сдирали и по новой асфальтируют. А это там экскаватор грузил, там какие-то куски были от старого покрытия. Я выхожу, и мужик тоже с телефоном. Ой. На солнышке, думаю, хоть немножко поснимать. Тут так здорово с этих окошек видно. Ой, актинидия. Осталось совсем чуть-чуть листиков, вся слетела. Я в сирене обрезала сучок, он новый издал веточки. Ну и пусть растет. Их, ее сиренью тоже, наверное, надо омолаживать. Вот эти тоже оставлю. Потому что вот этот надо будет вырезать какой-то он. Потом вот этот тоже надо будет вырезать. А молоденький оставлять. Ну это уже весной. Что? Что топчетесь на воде? Что? Комбикорм у вас есть? Ешьте. Ешьте. Ты мои холёси. Такие мои красавцы. Да, живите, живите, мои хорошие. Живите. Мы курам-то дырку открыли, и куры их, видно, загоняют. И они в домик залезают от них. И две ночи на опилках-то не спали, а тоже в домик залезают. А то они вот здесь вот спали на опилках. А то раз смотрю, иду их дверь-то закрывать. А их нету, они все в домике. Ну и очень хорошо. Видите, я здесь тоже выдрала все, что отцвело. Немножко перекопала, прополола. О, а муж кучу травы отсюда. А не, я ее сама отсюда взяла. Вот я второй кустик черной смородины. Один там муж посадил, а я второй сюда посадила. Вот этот. Ему здесь хорошо будет. Весь голенький стоит. Так, чуть не упала. Что, мои хорошие? Сегодня муж у нас вот эти панели со свалки притащил, выбросили. Так он решил, подождите, дайте посмотреть. Вот он стену аж обшил ими. И здесь немножко. Ха, крючок от ручки, и там тоже крючок. Можно вешать что-нибудь. Куртки. Домик закрыт, а это едят. Которые боятся вас, цыплята, кушают, потом папа их откроет. И говорю ему, не выбрасывайте эти обрезки, ведь куда-нибудь пригодятся. Можно было бы эту сторону обшить, но вроде бы как покрасили. Даже зеркало висит. Солнышко уже ближе к закату идет. Мой рабочий столик. Куром порезать.
еще что поделать. Вася тут греется на солнце. Вот у меня еще две репки оставались. И еще три дайгонина в одной куче были. Я решила один убрать, чтобы остальным было посвободней. Вот так, такой большой дайкон. Дайкон я пока еще не вытаскиваю, потому что тепло стоит, а легких заморозков он не боится. Будет как-то градуса 3, тогда, может быть, я его вытащу. Я за то, что ботву с него и с редьки поломала курам. Они с удовольствием съедают. Цубылки только помельче нарезаю. Вот здесь я третью выдернула. Тут, ой, о, дырку заколотить. Вот, бедная, пусть растет. Морковка спеет семена. Я оборвала у нее, что наросла, наросли молодые соцветия. Вот это вот все. Но пока не буду выдергивать, пусть хорошо поспеют. Конечно, я если их обрежу и повешу, они доспеют. Ну а зачем? Зато будет побольше семян морковных. Сегодня плодосъемником яблоки решила Антоновку сорвать. Они падают, не дают дотронуться. Плодосъемник подношу, и они прямо тут же падают в него. Немножко осталось. Я их... Вот этот ящичек. Они еще не все я положила. Еще вот они. А это барага у меня. Дозревает семена немножко. Высыпется несколько. Мне надо немножко их. Вот. И потом я ее выброшу, эту ботву. Вчера подняла тяжелый ящик. В нем ведра 3 яблок. Вот отсюда. Сюда. Сегодня спина болит. Невозможно как. А подняла я его, мне надо было выбрать плохие яблоки отсюда. Это у нас уелси осенние. Вот эти уелси и еще что дома. Все, больше нету, мы все их пересушили, съели. Я вчера запекала на сковороде. А вот еще здесь вот немножко. Ну это я просто ящик освобождала, в маленький переложила. Проглядывать надо, конечно. Они же один заболеет, второй заразит, так и будут. Больше всего у нас в этом году Антоновки. А это Антоновка, да. Антоновка. Груш зимних немного здесь и немножко здесь доложена Антоновкой. А это все зимние яблочки. Вот здесь зимние, здесь зимние. И Антоновки много, больше всего. Но она мелкая и такая немного битая. Ну, сколько полежат, столько полежат. Вот этот клематис подрезала немножко. Остальное оставлю. Они длинные, не очень нужны. А этот флокс все цветет и цветет. Все хочу его обрезать. А он все цветет и цветет. Красивый.
гелениум выломала. Вот там был желтый и красный. Там вот у забора все равно он далеко от нас. Не особенно мы его смотрим. Там последние цветочки отцветали. Уже все. На отдых. Пора ему. Настурция тоже держится не очень-то. Она поддается. Здесь видно близко к сараю, к дому. Мороз не очень ее тут тяпнул. Чуть-чуть только. Эта розочка капризная, но расцветает. И желтый, смотрю, вон он. Бутончик. Будет цвести. Сегодня у нас 7 октября. Солнечное утро. Прямо с самого утра. Сейчас-то уже обед. Я вышла погулять. Надо сегодня будет баню устроить. Там я нарезала яблок полно. Топится баня. Дыма не видно. Один легкий такой горячий воздух идет. Сушатся яблоки, а потом мы их уберем и уберем на диван, помоемся и опять туда загрузим. Еще и дров подложим. Сегодня изрезала яблок очень много. Ведра, наверное, 3 изрезала яблок. Антоновка портится. Так. Ой. Думаете, чего прервалось видео? Я упала довольно-таки сильно. Коленка теперь болит. Муж настелил вот этих. По ним ходить-то не скользко. А они вон-то порчатся. Зацепилась. И все. И упала. И еле встала. А ходить по ним действительно не скользко. Ой. Кошмар какой. Ноги деревянные, ни хрена не чувствую. Ими поверхность земли. Ой. Теперь будет коленка болеть. Ортез надо одевать. Вот яблоко крупное упало. Ой-ой-ой-ой, не могу ходить. И сегодня баня. Неохота мне эту ортез одевать. Ну, придется. Ну вот, одела ортез на свою больную коленку. И все равно больно ходить.